Молодые лидеры региона пообщались с министром спорта Омской области. Профильная смена молодежных объединений проходила в детском оздоровительном лагере «Березка». Александр Фабрициус проверил состояние жилых корпусов, посмотрел, в каких условиях живут и творят в лагере талантливые подростки. А итогом визита стал брифинг «100 вопросов взрослому». Ребята с радостью и овациями встретили гостя, для которого приготовили немало вопросов. За время брифинга министру были заданы как личные, так и рабочие вопросы. Ребята интересовались, какими качествами должен обладать лидер, как проходят будни министра, какие виды спорта в нашей области в приоритете. Звучали и конкретные вопросы, положительные ответы на которые особенно радовали ребят. Министр пообещал ребятам поспособствовать, провести зимнюю профильную смену и рассмотреть возможности приглашения друзей и коллег ребят из других регионов. Я задал тот вопрос, который действительно для меня интересен. И для меня это очень актуально. Мне бы очень хотелось встречаться со своими друзьями из других городов. И Александр Соломонович подарил не то, что надежду, он зажег, наверное, нас еще сильнее, потому что встреча с новыми друзьями дает еще больше сил для работы с детьми. Я узнал для себя полезное то, что наконец-то нашим властям все-таки не все равно на развитие, спортивное развитие регионов, что они не забывают о деревнях, поселках. И что все-таки помогают развиваться культуре и спорту. Очень много задавали вопросов и по моей спортивной жизни, и по тому, что я готов для них сделать, что готово сделать министерство. Поэтому очень приятно. Посмотрел лагерь, огромные корпуса, огромная территория. Ну и надеюсь, что такой лагерь, который находится вблизи от города, практически рядом с городом, постараемся еще сюда насытить и спортивную составляющую. Уже запланировали сюда мини-футбольную площадку, волейбольную площадку, покрытую современным покрытием. Также для самых юных ребятишек, это 6-7 лет, сделать хорошую детскую площадку.